соревнований вызываются на трамплин для прыжков. Урадгаба, урадгаба. Зесак, Бакурянши, Тапса Калшерис, Хавса, Замтрис, Месаме, Спартакедазе, Уканасина, Лопсиалур, Нахтром, Шиасуле, Шене Сахал, Гамткулин, Кринави, Муцхиламуре, Бортис, Замсахура, Булиостати, Коба, Такадзе. Егемона Целевда, Самас, Воздах, Читмет, Сайта, Шорсу, Аспарзубаши. Вормоздер, Черавида, Гамарджо, Беспанк, Текзе. Правальдер, Мойку, Аспарзу, Адгили. Еги Сапса Калсирис, Отхзис, Чемпиония. Сапса Калсирис, Тасис, Самгзис, Псобелис. Участников соревнований просим подготовиться к прыжкам с 90-метрового трамплина. Старту готовится двухкратный чемпион мира Гарри Напалко. Старт, старт. Андрей Карапуза, старт, старт. Старт готовится. Анатолий Жигланов, Ленинград. Старт, старт. Старт готовится. Михаил Залва, Грузия. Старт, старт. Старт готовится. Экс-чемпион страны Сергей Бацков. Старт, старт. Внимание! Внимание! Сегодня в Бакуриане на зимней спартакиаде народов СССР совершит свой последний прыжок неоднократный чемпион Советского Союза, победитель и призер крупнейших международных соревнований, заслуженный мастер спорта Коба Цакадзе. Сегодня он прощается с большим спортом. Своей спортивной карьеры Коба Цакадзе вместе с другими летающими лыжниками страны высоко пронес знамя советского спорта по многим странам и континентам мира. Он участник 337 крупнейших соревнований. 41 раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Четырехкратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка страны. Thank you.
Международные соревнования в городе Кировске объявляются открытыми. После вчерашней непогоды трамплин, как вы знаете, был поврежден. Но хозяева турнира и участники сделали все для того, чтобы продолжить соревнования. Теперь остается проложить лыжню. Кто будет прыгать первым? Коба Стакадзе! Коби Стакадзе присваивается звание почетного гражданина города Кировска. Коба Стакадзе вошел в десятку сильнейших прыгунов мира. Тренирует Кобу Стакадзе заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта Павел Дементьев. Коба, ты помнишь, как относился к тебе Шельдеруп? И как пытливо он пытался у тебя выяснить некоторые вот эти новые моменты вот этого стремительного, этого очень сильного, быстро выполненного тобой толчка и очень быстрого вхождения вот в то аэродинамическое положение, которым ты так резко отличался от всех и которое тебе помогло завоевать все твои спортивные успехи. Ну, последствия я помню, потому что он питался, как мы тренировались. Ну, у каждого свои секреты, и я направлял к вам. А настолько вы это выдавали, это вам уже ясно. Я очень люблю природу. И природой связан всю мою жизнь. Я, например, не представляю жизнь без Бакуряна. А вот что касается рыбалки, я это по традиции от своего деда унаследовал. Там спортивная борьба. И плюс этому я очень часто проверял самого себя. Имею я реакцию или нет. Никто не может сказать, настолько и сколько лет человек способен вести борьбу. Не только сам с собой, а и даже и в спорте. Наши лучшие сыновья в области космического полета. У нас общее что-то есть. Правда, они летают с кораблями, а мы на лыжах. Ну, все-таки летаем. Segnale della partenza. Il perdente maestro del Spagna, Coba Stakadzé.
John, cortina da un pezzo, Italia, i giochi olimpici invernali. Sta preparando come da casa l'Unione Sovietica. Зимние Олимпийские игры. На старте заслуженный мастер спорта Испании, Джоки Олимпийский Вернале. Sta preparando il salto il membro della squadra nazionale dell'Unione Sovietica, l'emerito sportivo dell'Unione Sovietica Coppa Takase. Innsbruck, Austria, zimowe igrzyska olimpijskie. Startuje przedstawiciel Związku Radzieckiego, zasłużony działacz sportu. The personal record of Coppa osobisty Coppa Takase 156 metrów. Norwegia, Oslo. Pobił nasz rekord z trampliny. Koba Cakadze, lecąca torpeda. Związek Radziecki. Koba Cakadze, Polska. Radziecki amerykański Koba Cakadze zdobył puchar pokoju. Ja jedno z trampliny. Olimpijski wytrzymał swój. Мы не предполагали, что будем свидетелями такого своеобразного, красивого полета. Нью-Йорк Таймс. Das Mitglied der Auswahlmannschaft der UdSSR, Koba Takase. Награды Финляндии, ГДР, Италии, Австрии, ФРГ, США, Швеции и во многих других странах. Среди них награды, врученные спортсмену Вальтером Ульбрихтом, Иосифом Бростито, Уршо Кестоненом. Мастер спорта, неоднократный чемпион Советского Союза Коба Такадзе. Сегодня он совершает свой последний прыжок. Спартакиады народов СССР становится мастер спорта из Бакуряни Михаил Гава.